Друзья, добрый день. Сегодня у нас инновационный продукт. Это кофе Tap. Это молотый кофе в специальной форме. Я предлагаю сначала заварить и показать, как это заваривается, а после расскажу, в чем заключается суть идеи вот этого продукта. Скажу сразу, что это продукт не для кофемашин, это для заваривания в чашке. И в этом его задача и простота. Начинаем с самого начала. Упаковка открывается с обратной стороны. Этот продукт продается сейчас в варианте 2 таба и 6. Внутри первое, что вы видите, это инструкция, как правильно заварить этот продукт, чтобы получить максимальный вкус. Сегодня, чтобы вы не тратили на это время, я сделаю сам и все расскажу в этом видео. Нам нужна чашка, обыкновенная домашняя чашка. Напоминаю, что такую чашку примерно 280-290 мл воды. Один кофе Tap рассчитан на 100-150 мл воды. Поэтому на такую большую чашку нам нужно вскрыть две упаковки. Вскрываем сначала продукт и просто бросаем в чашку. Делаем еще раз то же самое, поскольку нам нужно два продукта. У нас объем чашки 290 мл. Температура заваривания этого продукта, она должна быть 90-100 градусов. Ну, желательно 95-100 градусов. Чашку я не прогреваю, потому что буду использовать воду горячую. Обратите внимание, температура воды у нас сейчас 97 градусов. Кофе Tap можно разломать в чашке, можно не разламывать. И так кофе заварится хорошо. Я покажу пример. Один продукт я разломаю, второй мы ставим просто целый, устанавливаем. Как и в случае всех способов заваривания кофе, здесь, конечно же, важно еще и время, за которое кофе будет готовиться. Кофе Tap готовится 2 минуты. Нажимаем время и заливаем горячей водой. Наливаю полную чашку, потому что будем максимально использовать количество воды. При минимальной всегда будет концентрация отличная. Вот для тех, кто любит более крепкие 100 мл воды, для тех, кто любит просто такой средней крепости кофе и среднюю насыщенность, то достаточно 150 мл воды на одну порцию. В принципе, все. Кофе заваривается, нам больше ничего делать не надо. Через 2 минуты перемешать просто верхний слой. И можно пить спокойно кофе, добавлять по вкусу молоко, сливки, сахар и так далее. Все, что вы любите. Это удобный продукт, может быть использован где угодно. В чем его основная идея? Расскажу. Значит, здесь находится молотый кофе, натуральный, без всяких добавок, без всяких там утвердители и так далее. Идея заключается вот в чем. Продукт сделан таким образом, чтобы между частицами молотого кофе убрать кислород, поскольку он является основным окислителем молотого кофе. Поэтому кофе Tap прессуется довольно плотно, но до такой степени, что частицы внутри клетки продукта не разрушаются, они остаются целыми. Если вы разломаете и посмотрите, то видите, что там внутри находится абсолютно обыкновенный молотый кофе. Только верхний слой кофе Таба слегка прижат для того, чтобы лучше хранить этот продукт. В этом случае кофе не обветривается, не старится, и вкус сохраняется аж 4 месяца. Вообще продукт хранится 1,5 года. Но как в любом кофе, особенно в молотом, вы знаете, что молотый кофе через час уже может быть абсолютно невкусный и не ароматный, поэтому здесь вкусовой профиль сохраняется 4 месяца. Лучше потребить такой кофе, конечно, не позже, чем через полгода. Но даже если у вас будет целый год находиться этот продукт в кармане, вы получите все равно удовольствие от этого продукта, от вкуса. Знаете, у нас прошло 2 минуты. Через 2 минуты просто нужно перемешать. Просто перемешать. Максимально сверху. У вас образуется вот такая красивая пенка. И все. Собственно говоря, кофе можно пить. Все частицы осели на дно. В следующем ролике я заварю в экстремальных условиях кофе Tap с низкой температурой воды в прозрачном стакане, чтобы вы видели, как осаждается продукт на дно. В данном случае все. Кофе готов. Прошло буквально 2 минуты. Через 2 минуты мы перемешали. Температура воды у нас была 97 градусов на момент заваривания. Пропорции воды и кофе. Один кофе Tap рассчитан на 100, максимум 150 мл воды. Спасибо вам большое, до новых встреч!